Жизнь в мегаполисах не лучшим образом сказывается на самочувствии. И люди все чаще задумываются о том, как сохранить и улучшить свое здоровье. Один из таких способов – это детокс-диеты, которые разработаны, чтобы избавить организм от токсинов и зашлакованности. О возможностях такого рода диет мы поговорим с Ириной Павловской, которая разработала собственную программу детокс-питания. Детокс-диета – это программа питания на короткий период времени, то есть можно ее делать на 3 дня, на 7, на 10, и уже для продвинутых людей это там на 20 дней. Программа питания, которая, скажем так, разгружает рацион среднестатистического человека и таким образом помогает очиститься нашим почкам и печени. Важно, чтобы очищение организма проходило плавно. К детокс-диете лучше подготовиться заранее, чтобы она не стала стрессом. За неделю до курса уберите из рациона жареное и соленое, а также мясо, и понаблюдайте за своим состоянием. В основной программе диеты исключается потребление рыбных, мясных и молочных продуктов. А тем, кто дошел до продвинутого уровня, придется на время распрощаться с крупами и мучными изделиями. В этой программе, которую я испытала на себе, я ее разделила на несколько, так скажем, циклов, подходов, не знаю, то есть, которые состоят из 3-4 дней. На каждом этапе мы исключаем какие-то продукты. То есть таким образом ты смотришь и за самочувствием человека, который проходит эту программу, чтобы ни в коем случае не было никаких проблем с желудком. Конечно же, зависит от того, на сколько дней вы готовы пройти. Помните, что детокс-диета – это не столько ограничение в количестве еды, сколько сбалансированность ее по качеству и структуре. Вы не должны страдать и чувствовать дискомфорт. Составьте план питания и придерживайтесь его. Оптимальный график – минимум 5-6 приемов пищи в день, но небольшими порциями. Результатом такой диеты станет нормализация пищеварения и улучшение состояния кожи. Она ускорит метаболизм и работу почек, в результате чего уйдет лишняя жидкость, удастся избавиться от отеков, а пища будет усваиваться более эффективно. Также диета укрепит иммунитет и повысит работоспособность. Я придерживаюсь тому, что лучше себя настроить, что ты хочешь от этой диеты. Если у тебя настроенность похудеть, для меня эта мотивация немножко такая слабоватая. То есть, если ты настроен на то, что ты хочешь очистить свой организм, то уже плюс к тебе это будет похудение. Потому что изначально детокс-диета – это не диета похудения, это диета очищения. Все. То есть, хотите усилить эффект, вы не только на момент прохождения детокс-диеты должны заниматься спортом, а в принципе должны физической нагрузкой. Важно понимать, что завершив курс диеты, для поддержания результата не стоит опять употреблять все подряд и налетать на фастфуд. Постарайтесь сделать так, чтобы правильное и сбалансированное питание стало частью образа жизни, и избавляйтесь от вредных привычек.